На месте пожарища – кедровник. Участок Черняевского леса, горевший пару лет назад, преображают активисты молодежного движения филиала ПМУ компании «Уралхим» и ребята из подшефной школы номер 132. Пятилетние кедры пока малыши, но миссия у них серьезная. В дальнейшем, в течение 3 лет, часть саженцев будет рассажена по территории Черняевского леса для его повышения биоразнообразия. Дерево очень нужное Черняевскому лесу. Оно растет долго, приживается трудно, но в дальнейшем его плоды помогут нам сохранить обитателей леса. В год 300-летия Перми Черняевский лес станет богаче на 300 ценных сибирских кедров. А поможет им прижиться на новом месте и быстрее пойти в рост комплексное удобрение. Консультацию о его использовании лесничий получает от агрономической службы компании «Уралхим». Мы подобрали для посадки саженцев кедров комплексное удобрение нитрамофоска 22-7-12. Его нужно вносить по 50 грамм под каждое растение. Порядок такой. Выкапываете посадочную яму, далее вносите на дно ямы удобрение, присыпаете немножко почвы. В нем есть все, что нужно хвойным младенцам. Высокое содержание азота, фосфор, калий и сера в доступной для растений форме. Дозы вносят умеренные, чтобы деревца не привыкали. Ведь в будущем регулярной подкормки не предусматривается. Не потому что жалко, а чтобы саженцы выросли настоящим природным кедровым бором. Лет через 50 кедровым орешкам будут очень рады местные белки и птицы, кедровки и клесты. А еще кедры замечательно очищают воздух, выделяют полезные фитонциды. Ну и просто очень красивы. А сюда вот приходишь, тебе просто хочется ходить, гулять и наслаждаться природой. Поэтому вот мы здесь. Но в первую очередь это забота о людях и о природе, так как мы должны содержать все в хорошей чистоте и порядке. Ведь если мы не будем помогать, не будет уже, как говорится, будущего.